Hello, с вами Юмилия, смотрим новую пародию от Четкого Паца. Она вышла вот буквально минут 10 назад, прям супер-супер свеженькая, так сказать. Заранее ставим лайкос, потому что у них, как всегда, офигенная наверняка будет пародия на «Мальчик на девятке». И мне прям очень понравилась эта песня, когда я услышала ее в ТикТоке, недавно увидела клип. Клип, если честно, ну, средний. Я ожидала чего-то другого, другой стилистики, и кадр с такси, мне кажется, был лишним. Но сама песня, она такая шикарная, поэтому погнали! Свій заряджає електрокар. Я на зупинці виглядаю свій Богдан. Він рідко ходить, синку треба зачекать. Годин 5. Оу, 5 часов. Хоча у нас же із Європою без віз. Ой, вот это кайфно. Подпевать хочется, честно. Ну там у него еще не так много людей в маршрутке. У меня порой было больше. Мне интересно, они реально в настоящей маршрутке снимали, или это все вот как бы маршрутка, которую они арендовали, потому что на него так сзади люди смотрят странно, типа. Не там вышел. Проведу метро в кожном районе. Анатолий Налапенко. Типичный чиновник. Жесть! Я бы на месте этого мужика просто рвала бы и метала! Поэтому, блин, ну с мороженым в маршрутку заходить, это такое. Курение убивает. Что? В маршрутке ехать будет сейчас пик, це просто класс. Помянем дружно пили кровь. О! Знаете, там всегда так получается, что вокруг куча людей, подростков, там, молодых, и именно к тебе подойдут и попросят уступить место. В той час, як космос покоряє Ілон Маск, нас у безпеці всіх тримає іконостас. Хтось під каньйором ще кайфує від життя. А я... А я знову їду на маршрутке. На остановці! Сплачуємо проїзд! Водні дядьки... Уф, это классика. Блин, ну эта песня, вот сам мотив, он вот заставляет тебя подпевать или мычать его, но он офигенный. Сюда просто любые слова, мне кажется, наложить можно, и уже прям как бомба будет звучать. Упс. Бонус в описании. Ух, батл. Ниф-наф-наф. О, там яйца были. Знаете, как сцена из какого-нибудь триллера с ставки на победу. Окей. Мне это прям напомнило сцену из фильма, по-моему, называется «Никто». Он вышел относительно недавно. Очень классный фильм, советую. Там тоже была похожая сцена. Но гораздо экшоней, конечно же, в автобусе. Ниф-наф-наф! Нунчаки! Мне кажется, это и есть, кстати, пародия на сцену из этого фильма. Прям реально. Кадры просто знакомые. Ну, жара сводит людей с ума. Нифига. Вот и все, поехали.
А еще для нее проезд бесплатный, я так думаю. Что? Сразу рип? А это что получается? Пародия закончилась? Походу, да. Некость маловато, да? Хотелось бы еще. Согласен. Сейчас хорошо, реклама что будет. Я тоже снимаю свои пародии у да! себя на канале. Да, тебе можно будет зайти к нему на канал, почекать, если хотите, на реакцию. Если нет, то я сама зайду и это сделаю. Мне пародия очень понравилась. Вот он так сказал. Вот мало пародий, заходите там ко мне. Но у меня это, наоборот, видео показалось очень... органичным, в том плане, как было все снято, плюс вот эта сцена с дракой была добавлена. Ну и слова, они прям очень хорошо легли на музыку, и мне еще даже вокал понравился. То есть обычно я не говорю, что мне нравится там супер вокал у Чёткого Паца, но здесь мне понравился голос. Он прикольно звучал, прикольно сочетался.